Nokia оказалась очень плодовитой на этой МВЦ. Привезла сюда Nokia Banan, Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus и Nokia 1. Простой телефон на Android Go со сменными крышками. Вот они на стене. Телефон очень простой и очень такой базовый по характеристикам. У него дешевенький экран, но мне он нравится. Нравится формой, нравится настроением, которое он дарит. Смотрите, какой симпатичный. Android Go или Android Oreo Go Edition, по-моему, так полностью называется. Это облегченная операционная система, рассчитанная на применение в телефонах слабых, ультрабюджетных. Вот набор приложений Google. Все они оптимизированы, заточены под низкую скорость передачи данных, под малый объем АЗУ. Но ощущается все плавно здесь, шустро. Видимо, работает Go. Релиз смартфона запланирован на апрель. Цена $85. В продажу поступят две расцветки. Красная и темно-синяя. Отличаются они только цветом крышки. Основа сама телефона, как бы не уронить ничего здесь, она одинаковая. То есть белые бортики и черный передник. Меняются крышки очень просто. Давайте поменяю на желтую. Поликарбонат качественный, матовый. Такие расходники, дарящие настроение. Итак, вот это вот базовые крышки, а вот это дополнительные сменные панельки. Стоимость каждой $8. Конечно, компания обещает выпуск дополнительных расцветок. И я думаю, что Nokia 1 будет популярной, и новые расцветки не заставят себя долго ждать. В таких эмоциональных аппаратах технические характеристики уходят на второй план. Но, тем не менее, я их зачитаю. 1 гигабайт оперативки, 8 встроенный, чипсет Mediatek MT6737M, диагональ 4,5, основная камера 5 мегапикселей, фронталка 2, и аккумулятор 2150 мАч. Ну и самое интересное. Nokia Banan, простой телефон в пластиковом корпусе с ужасным слайдером, стоит дороже, чем Nokia 1. То есть по цене одного бананофона можно взять Nokia 1, крышку к нему сменную какую-нибудь, желтую, например, и связку бананов. Выбор очевиден, мне кажется. Спасибо за внимание, друзья. С вами был Евгений, мой был телефон.ру. Подписывайтесь на канал, жмите лайк. Пока-пока.